Митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон принял участие в третьих епархиальных образовательных чтениях. В городском дворце культуры города Бирска прошел образовательный форум, организованный Нефтекамской епархией Башкортостанской митрополии. Данный форум является региональным этапом ежегодных международных рождественских образовательных чтений. Региональные образовательные чтения призваны выявить опыт тех или иных общественных и образовательных учреждений, а также отдельных лиц в вопросах воспитания, образования подрастающего поколения и социального служения. Тем более в Башкирии, ведь Республика Башкортостан – это не только уникальные природные ландшафты, но и край, где мирно проживают представители самых разных национальностей. 160 национальностей, практически в Поволжье нет аналога. 22 вероисповедания. То есть 22 веры человек выбирает, во что верит. И, конечно, сегодня ведущими конфессиями это являются православие и ислам. В чтениях приняли участие Уфимской Салаватской епархии, Башкортостанской митрополии, епархии Ближнего Зарубежья, Совет по государственным межконфессиональным отношениям при президенте республики, вузы и общественные организации. Русь крещена, но не особенно просвещена. Поэтому наша с вами задача сейчас занять позицию, ту, которую занял в свое время равноапостольный князь Владимир. Необходимо заниматься не только крещением, но просвещением и воцерковлением православного народа. В конце форума состоялось обсуждение проекта резолюции чтений, а затем благотворительный концерт в поддержку детей-инвалидов Республики Башкортостан при участии Детской школы искусств города Нефтекамска.